В следующем году в Ангарске может пройти новая избирательная кампания. Два депутата Думы Ангарского муниципального образования сложили свои полномочия и теперь представляют интересы горожан в областном парламенте. По закону, в течение полугода после заявления депутатов Ангарская территориальная избирательная комиссия должна назначить довыборы по третьему многомандатному округу. Дату могут утвердить до середины декабря, скорее всего, это будет 2 марта. Но в настоящее время ведется дискуссия и рассматривается вопрос все-таки о возможности неназначения данных выборов, поскольку нецелесообразно, по-видимому, их проводить, потому что из 15 депутатов действует и работает в Думе района 12. Фактически Дума является дееспособной, существует кворум, количество депутатов, необходимое для принятия того или иного решения. Поэтому вопрос о проведении довыборов пока открыт.